очень холодно. Всем привет! Утро владельца Ижа всегда должно начинаться с открытого капота. По-другому никак. Я не понимаю ни черта. Что за хрень? Вообще там масла нет. Да я тебе на полном серьезе говорю, там нет масла. Вообще нет масла, понимаешь? Как я ездила? Боже мой. Да, ребята, дела очень-очень плохи.